Привет, я Роман Цымбалюк, корреспондент Униан, представляю вам свои итоги недели из Москвы о событиях, которые касаются нашей страны, нашей Украины. Вы не поверите, но на этой неделе стал свидетелем, как бывший украинский «Беркут» избивал москвичей. Причем не просто так, а в День России били сильно, с воодушевлением, беспрепятственно. Точно, Украина не Россия. Это было довольно постыдное зрелище, когда люди, которые когда-то давали присягу государству Украина, ни Ющенко, ни Януковичу и даже не Порошенко, предали свою страну и теперь выслуживаются в государстве-агрессоре. Интересно, они испытывают дежавю, когда слышат что-то подобное? Теперь поговорим о ситуации на Донбассе. На этой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон предположил, что руководство Украины и России смогут самостоятельно решить конфликт на востоке Украины. Причем по схеме, отличной от Минских соглашений. Это чисто американская логика. Если что-то не работает, его надо или модернизировать, или заменить. Американцы точно понимают, что существующий Минск-2 Раша выполнять не будет. Мало того, что оккупанты стреляют нон-стоп, но хочу напомнить, почему застопорилось выполнение так называемой политической части Минских соглашений. Все просто, потому что Кремль хотел провести выборы очень интересно. Без украинских партий, без украинских СМИ, самим определять кандидатов, которые смогут принять участие в выборах, и самим считать. Ну, то есть провести выборы по российскому образцу. Что-то мне подсказывает, что с таким хитро выдуманным планом не согласится даже оппозиционный блок, бывшие регионалы, которые в первую очередь и больше всех пострадали от российской агрессии. Именно они не могут вернуться в Донецк и Луганск и вынуждены бороться с фашизмом в Украине, ну, прямо в Киеве, не выезжая за территорию Киева. И, кстати, напомню, что оккупанты не просто так запретили фонд Ахметова в Донецке и предварительно отжав все его предприятия. Ни оккупированный Крым, ни оккупированный Донбасс не стали темами для обсуждения президентом России во время вчерашней прямой линии. И это не просто так. Это говорит о том, что тема оккупированных территорий Украины уходит в прошлое и на всероссийском уровне обсуждаться не будет и тем более не станет каким-то пунктом в предвыборной кампании президента России, бессменного президента России Владимира Путина в следующем году. Вчера после прямой линии у Путина все-таки спросили, когда же он заберет Донбасс. Странная постановка вопроса. Адепты ЛДНР, так называемых, должны понимать, что они уже Россия. Она такая. Она отличается от картинки в телевизоре. Это в составе Украины. Донецк мог бы быть центром, промышленным центром Украины. В составе России это черная дыра, на которую никто не обращает внимания. Путин говорит, что анализирует ситуацию на Донбассе, чтобы своевременно принять решение. Это в контексте забрать себе. И еще говорит, что Минск-2... это намного лучше, чем ничего, потому что без этого было бы намного хуже. Действительно, что русские могут предложить, кроме войны? И, конечно, несколько слов о прямой линии. Меня всегда забавляет, когда Путин рассказывает о том, что в Украине дорогие жилищно-коммунальные услуги, поднялись цены на газ, на электричество, еще на что-то поднялись. Но почему-то Владимира Владимировича это абсолютно не интересовало, когда несколько лет назад русские продавали нам газ по самым дорогим в Европе ценам. Как-то странно, что во время прямой линии рассказывают о низком уровне жизни в Украине, но при этом делают прямые включения из бараков, российских бараков и российских городов-вагон. Вы знали, что Виктор Медведчук украинский националист? Действительно, какие только экстравагантные аргументы не придумает Владимир Владимирович, чтобы разрекламировать для Украины его идею федерализации. Сказал бы 3 года назад, что Медведчук националист, так может быть и войны бы не было. Для обоснования своей новой исторической теории Путин называет такие фамилии, как Грушевский, Драгоманов, говорит, что они якобы были сторонниками федерализации. И, кстати, отчасти это так. Но эти люди, основатели, ну, скажем так, украинской идеи, украинского национализма, они-то были подданными Российской империи и хотели федерализации, то есть больше полномочий для Украины.
лет назад Грушевский очень много сомневался по поводу того, быть Украине независимой страной или частью федерации, Российской Федерации. И результат какой? Независимость была потеряна, потерян исторический шанс. Очень важным моментом было слова Путина о том, что Медведчук занимается обменом пленными. Но хотелось просто сказать, Владимир Владимирович, ваш кум, ваш друг очень плохо работает. Уже целый год не было ни одного обмена. Говорят, что русские своих не бросают, а на практике наоборот. Ну и напоследок о литературном батле Путина и Порошенко. Конечно, хотелось бы, чтобы наши страны именно так выясняли отношения друг с другом. И строчки Шевченко, которые зацитировал Путин, «Доборолась Украина до самого краю, хуже ляхов ее свои дети распинают», я комментировать не буду из уважения к украинскому народу, потому что украинский Крым и Донбасс оккупировала Российская Федерация. Увидимся на следующей неделе. Пока.